В Сочи на форум «Спорт Коннект» приехали представители ведущих футбольных, хоккейных клубов России, Федерации олимпийских видов спорта, крупных бизнес-структур, а также известные спортивные журналисты и блогеры из разных регионов нашей страны. В ходе форума обсуждали самые острые вопросы индустрии. Например, как в текущих экономических условиях не потерять болельщиков, или как аренам выиграть аудиторию у кинотеатров и торговых центров, и другие проблемы. Мы захотели сделать такую профессиональную площадку, собрать людей здесь, в Сочи, которые реально хотят обменяться практиками, мыслями, идеями, может быть, поделиться какими-то проблемами для того, чтобы развитие спорта в нашей стране оно было более эффективным. Завершится форум «Спорт Коннект» завтра. Планируется, что он будет проводиться ежегодно и станет полноценной коммуникационной площадкой для профессионалов из различных областей спортивной индустрии.